Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 29 июля, 5 часов 25 минут утра. Я не собираюсь на работу. Мне дали выходной. Сейчас я шекеля причешу лохматуську мою. Просится на улицу. И пойду его выгуляю. Да, зайчик? Мы провели нашего папу на рыбалочку. Поехал в красивое место с товарищами-рыбаками. Я не поехала, потому что один выходной, как бы будет мне тяжеловато. Если бы 2 дня подряд, можно было один день поехать порыбачить, ну и заняться потом своими делами, которые накопились за это время. Ну, раз один день, я говорю, нет, мы будем с шекелем дома. Потому что мне шекеля нужно подстричь. Уже зарос лохмачонок такой, да? Лохмачонок мой маленький. Вот. Он только видит расческу, сразу ложится. Причесывайте, скажи меня. Расчесывайте. Вот такой мальчик мой. Хороший. Мы его так любим. Такой веревка вьюн, такие глазищи, нос. Какие же они умные. Ой. Воришки сердец. На протяжении дня 9 воздушных тревог у нас было. Вот сейчас буквально недавно отключили. В 7 минут 6. Артур поехал. Да, котенок мой, лезет такой, ой, вам не видно. Не видно этого малыша. Ой, сладкий мой такой мальчик, такой сладкий-сладкий. Вот такая заколочка купили на Алиэкспрессе. Так хорошо, здесь вот впереди ему закалываем. Волосики в глазки не попадали, да, зайка? О, навели красоту, навели красоту. Да? Покажись ребяткам, скажи привет. Я передаю привет Людмиле и маленькой внученьке, которая, скажи, меня смотрит, и я ей очень-очень нравлюсь. Вот такой, скажи, я сладкий пес. Сладкий-сладкий пес. У нас вчера была сильная авария. Мужчина на БМВ протаранил припаркованные машины. Также рядом работали коммунальные службы, косили траву. Зацепил людей, зацепил прохожих. В общем, там ужас. 5 машин повредил. По-моему, 3 машины вообще не подлежат ремонту. Хотел сбежать. Его люди задержали. В общем-то, беды наделал. Вообще не понимаю, куда вы летите, куда вы спешите. Ну вот успел, сколько горя сделал. Очевидцы говорят, что он какой-то невменяемый. А по новостям говорят, что следов алкоголя не обнаружено. Ну, в общем, такое. По поводу горячей воды. В общем, запорожская администрация предлагает перейти, у кого нет бойлера, на бойлеры, потому что это будет выгодней, так как вода дорогое удовольствие центральное, да, и плюс, как было сказано, что вода имеет запах, имеет неприятный желтый цвет, и она не той температуры, не того качества, которая должна быть. И плюс она дорогая, очень дорого платить за воду. Очень много людей уже отказались от горячего водоснабжения, поставили бойлеры. Из-за того, что люди мало стали пользоваться, вода в трубах застаивается, и, естественно, окисляется, из-за этого и вода, и она... И температура воды падает. Ну, а представьте человеку, чтобы покупаться,
у кого такая, да, вода горячая, сколько же ему надо воды спустить, и это же все по счетчику крутит, то цена вообще нереальная. Запорожская администрация сказала, что те люди, которые социально незащищенные, им выплатят по 6000 гривен на приобретение бойлеров, чтобы люди смогли перейти и зимой были хоть как-то с горячей водой. Точно так же говорят, что потребление газа уменьшится в новом сезоне отопительным на 10%. Так что вот как-то так нас пока предупреждают. У нас газовая колонка, поэтому воду греем так. Сегодня буду заниматься домашними делами, уже напланировала себе. А вам, друзья, кому интересно, покажу наш вчерашний день. Как Артурчик меня встретил с работы и чем вкусненьким кормил. Всем приятного просмотра. Спасибо, что вы у меня есть. Друзья, всем здравствуйте. Пока Наталья Романовна еще на работе, я решил приготовить вкусняшки, пока она приедет, чтобы они были горяченькие, свеженькие. Ну и как-то навеяло, потому что мы, как вы видели, покупали лаваши. Сделаю ей горячие бутерброды. Вот такие у нас лавашики. Тортильяс. Они хорошие, нам нравятся. Мы брали их неоднократно. Их тут, по-моему, 5 штук или 6, точно не помню. Я уже приготовил здесь огурчики. Нарезку из мяска. Ну, здесь ветчина, сыр, колбаска. Сделал здесь кетчунес с горчицей. Ну, майонез, кетчуп, горчица. Просто майонез здесь. Ну, и сейчас я это все буду готовить на... Собирать до кучи. А все остальное вы увидите. Взял ложечку. Надо, чтобы размазывать. Что, будем собирать до кучи это все. Посмотрим, что у нас будет получаться. Вообще, я говорю, мы просто подсели на эти горячие бутерброды. Гриль вообще вещь очень классная. Поэтому своего рода и не жарено. Ну и горячо. Вот такие вот лавашики. Маленькие, аккуратные. И сейчас мы их будем мазать. Я сейчас покажу, как я один наберу, а потом покажу уже все остальное, как оно получится. Ну, я всегда вот смазываю обильно, чтобы они склеивались, когда вы их заворачиваете. Полностью по всему лавашику я размазываю. Ну и во-первых, вкуснее получается. Он пропитывается и приятнее кушать. Здесь у нас, грубо говоря, 4 ложки кетчупа, 4 ложки майонеза и ложка столовой горчицы. Очень вкусная смесь получается. Соус такой. Если он без горчицы, мы его называем просто кетчунес. А если он с горчицей, то я не знаю, как его называть. На 3 слова одним сложно придумать, сказать. Вот так вот, вот мажу. Размазываю. Вот видите. Как пицца своего рода. Ну и потом начинаем накладывать ветчину. Сделаю несколько с ветчиной, а несколько сделаю с колбаской. Что будет по вкусу, Наталья Романовна скажет. Ну, а так как-то должно все получиться. Даже если не получится, все равно будет вкусно. Огурчик. Я его нарезал вот такими долечками. Видите, маленькие слайсы, чтоб удобненько было. И сырок. Сырок тоже нарезал вот такими слайсами, видите?
сыр салгуни, палочный, он здесь гораздо лучше подходит и вкуснее. Вот так вот, вот все сделали. И можно чуть-чуть поверх вот так вот. Хотя он и так сочный, но это будет. Маслом кашу не испортишь. А у меня уже слюни текут. И все. Сейчас это все будем заворачивать. Вот такой вот конвертик у нас получается, видите? Все, мы его отложили. И продолжаем в том же духе. Процесс вы поняли. Набор ингредиентов тоже поняли. Можете ложить как вам угодно. Хватите первый огурец, потом колбасу, потом сыр или наоборот. Тут уже все произвольно. Все равно он, вкус не поменяется от этого. Просто если сыр ложить снизу сверху, будет вкуснее. Ну, я сейчас пару сделаю таких и пару сделаю таких. А в итоге я вас надурил. Здесь их всего 4 штуки. Это не тот немножко получается. Есть большие, есть там по 6, по-моему, штук. Тут 4. Мы ошиблись. Так, друзья, вот делаю уже 4-й. 3 уже сделал, как вы видите, они уже на подходе. Делаем останний с колбаской. Эх, вкуснотища будет. Ну как готовить, не закинуть в топку немножко. Как оно все вкусно выглядит, просто это... А как оно на самом деле вкусно, это великолепно просто. Ну, сырочка. А огурчик. Как говорит Наталья Романовна, когда шекеля огурчиком кормит, гугурчик. Вот таким макаром. И опять же заворачиваем. Аккуратненько. Как... В книге написано, в какой не знаю. Оп. Все. Вот конвертики. Маленькие, аккуратненькие. 4 штучки готовые. Сейчас я подготовлю сам гриль. И потом это все буду зажаривать. Пока Наталья Романовна приедет, они будут с пылу с жары, горяченькие, просто великолепно. Не переключайтесь, ждем все остальное. Так, друзья, подготавливаю гриль. Мы всегда стелим бумажечку, чтобы не сильно его пачкать, так и мыть легче. И на дольше его хватит. Бумажка не мешает, она наоборот предостерегает от всего прижаривания. Удобно и хорошо. Все, бумажка готова. Наталья Романовна приедет. Она уже выехала. И мы будем дальше продолжать готовочку. А пока она ждет своего часа. Так, друзья, гриль нагрелся. Я уже подготавливаю. Теперь главное не забыть, где какой, с чем, с ветчиной или с... колбаской. Вот эти первые гложем. Это с ветчиной. Наоборот. Вот так вот. Вот так вот. А эти с колбаской. Вот так вот. И вот так вот. О, красота, друзья. Теперь ложим сверху бумажку.
Закрываем. И ждем. Чуть-чуть прижмем, чтобы оно так распласталось. И все. Ну, приблизительно минут 6-7. Максимум 10. Чтобы оно так зажарилось хорошо. Потому что тело ваше не полопались, нигде ничего. Там все углы ровненькие. Вытечь не должно. Будем на это надеяться. Все. Ждем. Так, ну что, друзья. Посмотрим промежуточный этап. Прошло минуты 4. Ух, какая красота. Сейчас попробую вам показать. Смотрите. Ух, какая красота. Аж шварчит. Чуть-чуть подтекло, но я говорю, вот это спасает бумага. Для этого бумагу и стелим. Все, еще закрою, еще минуты 2-3. Как раз Наталья Романовна уже на подходе. Все будет великолепно. Так, друзья, Наталья Романовна приехала. И у нас подошли наши, ух, красопеты. Сейчас я вам покажу. Опа, 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 беги. Вот красопеты подошли. Всем приветики, привет. Ох, у нас жарище. Красиво. Румяненько. Смотрите, какие. Так, я ставлю чай. Красота. Так, это у нас с ветчиной. Первые. А эти у нас идут. Не буду крутить. А эти у нас идут с колбасой. Все, выключаем гриль. Как вам красота? И вот о том, что я говорил. Видите, все на бумажке. Бумажку свернул, выкинул, и проблем никаких нету. Все. И гриль у вас чистенький, аккуратненький. Холодный дом пришел. А эту еще раз используем. Экономика должна быть экономной. О, смотрите, где у меня щеки красные. Щеки красные, жарко, ужас. Сейчас у нас чай нагреется, сделаем и включимся. Так, будем кушать вкуснятину. Кто с нами, всем приятного аппетита. Ой. Муж золотой. Как встречает. Ты еще тише говори. Все слышали, муж золотой у меня. Вкусненько. Вот эти лаваши, скажи, намного лучше, чем... Там их всего 4 штуки. Ну, как раз. Я думал, там 6. Хотя говорил 5 или 6, а то, как я сказал, 4. Как раз. Ну, да. А, горячие. Ехала домой. У нас ремонтируют дорогу, латают. Вчера, ну, эти прямоугольники как-то вырезают, вычищают. Вот. А сегодня уже часть дороги эти прямоугольники закатали. Полегче уже ехать. Да, я сегодня тоже ездил. Подремонтируют асфальт. Но все равно. Там по-хорошему нужно весь срезать асфальт, а не так, как они кусочками срезают. Ну, хоть так, хоть чуть-чуть. Ну, да. И доллар сегодня ехал. В центре доллар 40 продажа. Покупка 43. Ого, поднялся. Да, прыгнул вверх очень серьезно. То бишь, если вы хотите купить у них доллар, по 43 гривны. Если хотите вы им продать, то по 40. Хотя в некоторых есть обменниках, они вам продают по 43, а вы у них покупаете, как ни странно, по 38, понимаете? 5 гривен разница почти. Не почти, а 5 гривен разница. Ну, вот так вот людям больше деньги нужны. Они, наверное, строятся. И тоже цены на рынке, я сходил сюда на рынок, цены на рынке просто ничего не опускается. Думал абрикоса взять, абрикос 70-80 гривен опять. И не подходи. Нектарин дешевле, по 40, по 45 гривен есть. На каком ты рынке был? На нашем. Вкусненько. Картошка 20-25.
Вот такой горох вообще там по 15. Кукуруза тоже 17-15 гривен за качан. А мы в АТБ вот показывали, покупали 13,90 с чем-то. Ну, в общем, 14 гривен. Я на работу пришла. Девочки, которые живут в другом районе, ну, с кем я работаю, да, у них в АТБ 11 там с копейками. Свежая, точно такая же картошка. Говорю, блин, я вчера взяла по 14, довольна была. А они практически по 12 взяли. Говорю, да ладно. А на рынке какая цена? Да, на рынке до сих пор цена бешеная. И в АТБ ты взял себе в пакетик, сам выбрал каждую картошинку, которая тебе нравится, не нравится. А на рынке тебе каждую картошинку еще не каждая даст выбрать. Правильно? Mm-hmm. Они насыпали и все. Редко когда. Огурцы то же самое. 28, 25, 30. Вот такие маленькие. Так же самое, как я говорил тогда, 50 гривен за килограмм. Может, это у нас так. Вот Люда сказала, говорит, она даже была, говорит, на Ангулинка. Вот она была выходная. А на Ангулинка было 22 гривны огурцы. Ну, а какой размер, не знаю. Я говорю, да, мне уже хватит. Мы уже наготовили. У нас тоже были по 20 гривен. Вот такие кабаны. Там как кабачок. Я сейчас думал, это кабачки издалека. Они, во-первых, желто-зеленые. Хотя, с другой стороны, шкуру срезать и на салат пустить не вопрос. Ну, это уже, ну, такое. Многие любят, когда внутри зерна большие. Я тоже обожаю. С большими зернами внутри. Да, нет. Я люблю маленькие корнишончики, чтобы хрустеть. Помидоры купил вот по 40 гривен килограмм. Правда, уже реально домашние. Такие все. И пахнет просто великолепно. А той женщины не было, что мы черри покупали? Ох, черри нам понравилось. То те, которые 4 баночки закрыла. А, я же у нее покупал, у нее черри не было. Ну, Артурчику достался один помидор, и мне мы съели такие, прям помидоры, помидорные вкусные. Я думаю, они там тоже будут вкусные, маринованные. Может, Артур начнет есть? Ладно, ребятки, мы будем кушать. А то, понимаете? Не переговоришь. Спасибо большое, что вы у нас есть, поддерживаете нас. Так приятно читать комментарии, вы себе не представляете. Кажется, весь мир хочется обнять, прижать и сказать, да все будет хорошо, как оно один, и будет хорошо. Как один ютубер говорит, я не помню, Георг есть там канал, он кухарит, я не помню, как называется, он всегда говорит, обнал. Ну да, он грузин, да. Обнал, поцеловал. И вот он всегда заканчивает свое видео, говорит, обнал. В общем, мы вас тоже обнимаем и завершаем запись на сегодня в нашем дневничке. Переворачиваем вместе с вами страничку «Светлое будущее завтра». Всем пока-пока. Bye-bye.